Приветствую вас, друзья! Добро пожаловать ко мне на канал. Это достаточно коротенькое видео по поводу модификатора, который на мече заменит вам купол. Что я имею в виду? Вчера я, помните, выкладывал ролик. Если вы используете дебаф, то есть гнетущую тьму и пустотную гранату, вы используете купол титана, вы используете меч с вихрем, у вас по итогу идет бешеный урон. Помните? Так вот, теперь вам купол и не нужен. И самое забавное, это касается абсолютно все классы. То есть это идет и на охотника, и на варлока, и на титана. Помимо этого, этот бонус дает не только 35% вам на меч, но еще дополнительно ускоряет скорость восстановления силового удара на мече. Перед вами стандартный огар, стандартный удар мечом. То есть у нас идет 11900. После этого я ставлю купол, у меня идет дополнительный урон 35%. То есть удар идет 16100. Далее мы снова наносим урон. Опять тот же самый урон, как и в первоначальной ситуации. После этого мы собираем с вами сверки и ждем, пока с нас спадет бонус урона от купола. То есть минус 35%. То есть по итогу у нас должен быть урон 11900. Что мы делаем? У нас спал бонус, мы наносим удар, у нас активируется сферка. Точнее, у нас активируется бонус отточенный. Ждем, пока спадет вихрь и наносим урон, у нас снова 16100. То есть, как у нас так получилось, что вроде бы у нас бонус купола спал, правильно? Но при этом мы нанесли опять же тот же самый урон, как под куполом. Сразу скажу, что эти бонусы друг с другом не стакаются. То есть, либо это, либо то. Сами решайте. Далее, поехали. Что касается этого бонуса. Этот бонус активируется за счет сферки. То есть, вы используете на эти 5 секунд бонуса сверку. Да, купол вам дает 15 секунд. Но тут вы можете собрать несколько сферок и, соответственно, активировать их. Да, и получится примерно то же самое время. И прикол заключается в том, что вам не нужен никакой титан, который поставит купол. Вы можете играть варлоком, вы можете играть охотником. Варлоком поставили кладезь, начинайте активировать данный бонус. Данный бонус называется «Блестящий клинок». Он идет только в электроброню, напомню. Также тут есть дополнительный бонус, то есть вам надо поставить один из модификаторов, который на электро, например, на резервный боезапас мечей, что отличное сочетание, если вы играете мечом. Так вот, он значительно повышает скорость восстановления мечей. Что это означает? С этим бонусом вы используете силовую атаку. Обратите внимание, как быстро у вас откатывается силовая атака. Меняем на другую броню, то есть у нас идет минус этого бонуса. Давайте проще всего я вам скажу в секундах. С бонусом идет где-то 3,5 секунды откат силовой атаки. Без бонуса идет в районе 5 секунд откат силовой атаки. Как вы понимаете, разница очевидна. Где вы можете получить данный модификатор? В призмообразователе, который находится рядом со скитальцем на башне. Вот здесь он находится. Так вот, фишка заключается в том, что каждый день тут обновляется модификатор. Вам надо его поймать, ну и соответственно купить. Стоит он 3 детали модификаторов. Теперь давайте подведем итог вышесказанному. Если вы играете титаном и играете через тот же самый купол, тем самым вы получаете все равно бонус в плане отката силовой атаки. Если вы играете другими классами, вы играете через мечи, понятное дело, вы можете фактически отказываться от купола, они вам не нужны. Вам этот бонус и дает как раз-таки этот самый купол. На этом у меня все. Спасибо, что смотрели. Пользуйтесь, ребят. Удачи всем. Не забудьте подписаться, поставить палец вверх. Пока-пока.